«Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел-Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски». Сутки. Сутка. Сутки в эфире. Сутка дене эфирште. Сутки в эфире. Сутка дене эфирште. Ведущий телеканала «Вся Уфа» Денис Ганиев провел сутки в прямом эфире. «Вся Уфа» телеканал «Видыша» Денис Ганиев вяж эфиром ик сутка виден. Ведущий телеканала «Вся Уфа» Денис Ганиев провел сутки в прямом эфире. «Вся Уфа» телеканал «Видыша» Денис Ганиев вяж эфиром ик сутка виден. «Эхо Москвы» в Уфе и региональная Марийская национально-культурная автономия «Эрвел-Марий» представляют рубрику «Говорим по-марийски».